Медиков Десногорска пришли поздравить представители администрации градообразующего предприятия и Смоленской областной думы. Много теплых слов звучало в этот день в адрес людей в белых халатах. Самые важные слова своим коллегам сказал начальник медико-санитарной части Алексей Азаренков. Наша с вами профессия является самой трудной и самой благодарной. В этой профессии нет случайных людей. Если они попадают, то ненадолго. Самое трудное в нашей с вами профессиях, это ежедневно, ежечасно принимать решения, которые касаются жизни и здоровья пациентов. Необходимо разделять боль с людьми, при этом вселяя им надежду. Смоленская АЭС долгие годы сотрудничает с медсанчастью и оказывает ей шефскую помощь. За это время реализовано много совместных проектов по улучшению медицинского обслуживания населения города. В планах множество новых. Уже многие годы мы идем с вами вместе одной, скажем так, одной дружной семьей. Спасибо вам за ваш нелегкий, но благородный труд. Хочу пожелать вам в первую очередь здоровья. Ко дню медицинского работника среди детей дошкольного и школьного возраста проводился конкурс рисунка, посвященный этому празднику. Победители на торжественном собрании получили грамоты и призы. Ежедневно медицинские работники на своих плечах несут тяжелый труд и ответственность за жизнь и здоровье людей. В этот день они заслуженно получили грамоты и благодарственные письма от руководителей города и области, Федерального медико-биологического агентства, Смоленской областной думы и Десногорского городского совета. Нагрудным знаком золотой, серебряный и бронзовый крест наградили 5 медицинских работников. Двое получили нагрудный знак Бурназяна, еще 5 – благодарность министра здравоохранения. Старшая медсестра хирургического отделения Ольга Безюкова была отмечена особенной наградой – отличник здравоохранения. Большое спасибо, что оценили мой труд. Я думаю, это не мой только труд, а нашего всего коллектива. Работников медико-санитарной части в этот день радовали своим творчеством воспитанники детской музыкальной школы, ансамбля народной песни «Забава» и Алевтина Демина. День медика – праздник не только врачей, но и всех жителей планеты Земля, так как от работы служителей Гиппократа зависят наши с вами жизни.